Гала Метеора. Так называют знаменитый монастырь Большого или Великого Метеора в честь преображения Господня, он же Метаморфози. Монастырь Великого Метеора построен в западной части святых Метеор Греции, на самой высокой и большой по площади скале. Скала, на которой воздвигнут монастырь широкий камень, превосходит по размерам все остальные скалы Метеор, достигая высоты 613 метров над уровнем моря.